Сумка. Зачем мне ваза? Мягкая игрушка. Косметика. У меня миллион мягких игрушек. Привет, поздравляю с днем рождения. Спасибо, что это? Это мягкая игрушка, она принесет тебе удачу. Маш, я тебя поздравляю с днем рождения и дарю тебе вазу. С днем рождения, успеха, радости, везения. Дорогой, я решила сделать себе грудь. Да, да, сделай себе третьего, нет, пятого размера. Дорогой, я решила сделать себе грудь. Милая, ты что? Операция. Это так опасно. Какой-то силикон вставлять. Ты мне и так нравишься. Ну, грудь это вообще не важно. Ты чё? Дорогой, а купи мне вот это колечко. Хорошо, но вечером рассчитаешься. Милая, давай купим тебе вот это колечко. Нет, оно слишком дорогое. Да мне для тебя ничего не жалко. Вау, смотри, какая тёлочка. Вот бы втроём, а. Вау, смотри, какое на девушке платье. Давай тебе такое купим. Подожди, а ваш чай? Какой чай? Это был предлог. Может, зайдем ко мне на чай? Подожди, мы что, реально будем пить чай? Да, я не хочу на тебя давить. Все будет, когда ты сама этого захочешь. Дорогой, может быть, мне пора переехать к тебе? А то как-то надоело встречаться на часок. Не-не-не, какой? Нам надо получше узнать друг друга. Давай завтра приходи в часика 7. Дорогой, может быть, мне пора к тебе уже переехать? А то как-то надоело встречаться на часок. Я и сам тебе хотел это предложить. Даже уже зубную щетку тебе купил. Милый, мне кажется, нам пора задуматься о детях. Ты чё, какие дети? Я для себя еще не пожил. О, Саня звонит. Да, Сань, пиво попить? Бегу. Мне кажется, нам пора задуматься о детях. Да, я хочу, чтобы у нас была дочка, похожая на тебя. Хочу узнать о тебе. А в какой позе ты любишь? А в минету как относишься? Я хочу побольше узнать о тебе. А любишь ли ты готовить? А детей хочешь? А где мой телефон, а? Набери мне, пожалуйста. Сейчас найдем. В моем сердце дырка, мне нужна таблетка. Я не понимаю, что записано у тебя как Василина Сиськи. А где мой телефон, ты не знаешь? Нет, не знаю, сейчас позвоню, подожди. Посмотри пока, может быть, у него сил. Вот же он. Ну что, у тебя записано как Василина богиня? Да. Дорогой, ну все, я приехала на такси. Можешь меня спуститься встретить? Ну что, сама не можешь подняться? Давай, давай, я тебя жду. Типа, это наличные? Да-да-да. Дорогой, ну все, я подъехала на такси. Можешь меня спуститься встретить? Раз я на нем спускаюсь... Останешься сегодня на ночь? Нет. У меня куча дел, еще к Сане надо забежать. И вообще, я привык спать один. Дорогой, ты был великолепен. Останешься у меня сегодня ночевать? Конечно, останусь. А утром вместе завтрак приготовим. Дорогой, у меня тут машина не заводится. И я вообще не знаю, что тут делать. Ты можешь приехать мне помочь? Помочь? Нет, слушай, мне сейчас вообще некогда. Ну что, некого попросить? Попроси прохожих. Эвакуатор вызови. Не, ну правда, некогда, давай. Машина не заводится. И я вообще не знаю, что тут делать. Ты можешь приехать мне помочь? Помочь? Конечно, сейчас приеду. Все, парни, давайте, все, пока. У меня для тебя сюрприз. Я вызову модели, шатенок и брюнет. Дай тут что-нибудь подешевле, а? Дорогая, это тебе. Орел. Ну что, поехали ко мне? Мне надо удивить себе девушку. Дайте мне такой самый дорогой, самый красивый букет. Нет, самый лучший букет для тебя. Мам, мам, поиграй со мной. Сейчас, я пост в Инстаграм выложу. Подожди. Мам, ну чё, выложила пост. Давай теперь поиграем. Нет, тебе Лена к своей лайки ставит. Тебе Инстаграм важнее, чем я. Давай покатаемся на ее машине. Да, она не заметит. Кондуктор не спеши. Мам, это Наташа, и она будет жить с нами. В смысле, жить с нами? По-моему, пора заняться твоим воспитанием. Ну все, спасибо за помощь, вот как договаривались. А может быть, я у вас пошел? Нет, все, давай. Вы мне так понравились, давайте обменяемся номерами телефонов и как-нибудь созвонимся. А как вас зовут? Александр. Александр. Ну все.
Все, будем на связи. С тобой так интересно, ты такая веселая. Хорошо, что мы все-таки встретились. И пошли сюда. Милый, мне так хорошо с тобой. Я бы хотел прожить с тобой всю жизнь. I just want to move on, so I have got to be strong. I know I have to go on, that's why. And now I know what to do, although I know it hurts you, but I just can't follow through. Нет, тебе не надо за это лайки ставить. Тебе Инстаграм важнее, чем я. Давай покатаемся на ее машине. Дана не заметит. Кондуктор, не спеши. Это Наташа, и она будет жить с нами. В смысле, жить с нами? По-моему, пора заняться твоим воспитанием. Ну все, спасибо за помощь, вот как договаривались. А может быть, я у вас пошла? Нет, все, давай. Ты у меня такая хорошая, такая добрая. Саша, принеси-ка дневник, а? На, смотри. Английский 5, математика 5. Готовился. Русский 5. Это дневник Кати Жданова из КТВВ. Дневник неси. Вот мой дневник. А у тебя что, здесь прыщ, что ли? Реально прыщ? Вообще огроменный прыщ. Там сильный, что ли? Иди в зеркало посмотри, ага. Просто прыща. Там сильный? Мам, а ты умеешь делать подпись с закрытыми глазами? Думаю, да. Сейчас проверим. Закрывай глаза. На ручку. Че такой же по руке-то? Гвоздь даже прибить не можешь. Мам, у меня появилась девушка. Можно она поживет с нами? Ну, конечно, можно. Я уверена, мы с ней подружимся. Помощницей мне будет. Василий, у меня появилась девушка. Можно она поживет с нами? Какая еще нахрен девушка? Помощницей тебе будет. Ты че, охренел? Ну, может, вы с ней подружитесь? А завтра мама моя приезжает. Ура, бабушка! Надеюсь, надолго. Пирожками нас своими вкусными будет кормить. Завтра мама моя приезжает. Надеюсь, ненадолго это мымра. И опять нас своими пирогами будет травить. Можно я схожу с друзьями погуляю? Ну, конечно, сходи. А я пока по магазинам пройдусь. Василин, можно я пойду с друзьями погуляю? В смысле с друзьями погуляешь? Собирайся, сейчас по магазинам пойдем. Так, у тебя были припадки, сама потащу. Мам, да давай я. Нет, не надо. Ну что ты на них смотришь? Бери, тащи. Ну вообще-то у меня рука болит. Ты подожди, я что ли? Я вообще на торгу. Блин, сколько можно за пуховики ходить? Шубу новую куплю. Мам, у меня ботинки порвались. Ладно, в следующий раз на шубу накоплю. Куплю тебе ботинки. Хожу как лохушка в этом пуховике. Шубу куплю тебе. Вообще-то у меня зимние ботинки порвались. О, а дедушкины валенки? Как новые? Ну, ты всю жизнь проходил, и ты проходишь.